Человека забить нелегко. Много сил надо. И физических, и душевных. Мне кажется, люди не понимают, как важно выговориться. Знаете, таких, как я, много. Вы так думаете? 40 лет назад ФБР гонялось за такими, как Джон Диллинджер. А теперь насилие процветает ради насилия. Мы ездим по стране и обучаем копов приемам ФБР. Ребят, можно вас на минутку? Ее нашли в наручниках, прикованную к кровати. Чего только люди друг с другом не творят, хуже зверей. Мы можем помочь? Надо использовать все ресурсы. Привлекать лучших специалистов из всех возможных областей. Преступниками рождаются? Или становятся? Психопаты убеждены, что они нормальные. Поэтому их так сложно изучать. Но вы нашли способ это делать практически в лабораторных условиях. Привет, девочки! Именно поэтому у этого проекта такой огромный потенциал. Я стараюсь не поддаваться их влиянию. Они так относятся к сексу. И к женщинам. Наша задача в том, чтобы их поджарить, а не в том, чтобы их жалеть. Эту работу любить невозможно. Мы общаемся с серийными убийцами. Серийными убийцами? Это новый термин. Предупреждаю тебя, твоя дерзость тебе еще аукнется. Такое молодое уже портит людям жизнь. Что ты наделал? Подобное поведение приведет лишь к вашему отстранению. Агент Форд, если уйдете, я не смогу вам помочь. Для разговора с такими людьми правил не существует. Нам необходимо больше подопытных. Больше! Хочешь трюфелей? Полезай в грязь вместе со свиньями. Охотник за разумом. Как можно опередить психа, если мы не знаем, как психи думают? 13 октября.